В Одинцово прошел чемпионат и открытый кубок Московской области по карате. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей России. За путевку на всероссийское первенство боролись каратисты старше 18 лет. Муниципалитет на нем представили воспитанники спортивной школы «Горки-10». Владимир Тарнакин и Ашот Аветисян заняли первое место на чемпионате области.